И вот какая штука получается, когда из машины делают очкарика. Машина легенда это Мерин в 124-м кузове. Ну и 140 это тоже не легенда, поскольку легендой оказался 126-й кузов. А потом машина начала валиться. И тут у нас в городе появился Мерседес, но теми мерсами они уже не торгуют. Ныне это мерсы, рассыпающиеся по ходу дела. Взять, к примеру, 210-й. Кузов гниль. Передние колеса это не 124-й. Там все долго, здесь-то нет. Из сюжетов о практике. Была такая возможность мотаться в Омск на трехлитровке. Да он ломался, и причем везде. Сыпались ксеноны, доставалось передние балки от переездов, дальше еще интереснее. Машина ломается и ломается в процессе полоскания в автомойке. В общем, это Мерседес по сути, суть в трехлучевой звезде. Ну а качества Мерседеса-то нет.